Ава Фэйви, BTS с треком OM. Я хотел увидеть клип. Спасибо Мигерке за такую возможность, которая ускорила этот процесс. Евар Сенсей, и поехали. А чё, я думал, будет что-то как-то более такое в их стиле, более классическом. А тут какая-то война. Я просто обожаю вступление Чимина. Ай, хочу еще раз его. Я в курсе. В комментариях под танцем, скажем так, писали, что тут прям теории, отсылки и все остальное. И какие-то отсылки я вроде как нашел про какой-то разрушенный корабль, возможно, какой-то Ноев ковчег. Но опять же, прям притянуто за уши. То, что малой вначале убегал от какой-то крепости. Это вообще... Не знаю. Короче... У Джина, если... Это же был Джин вроде. Какая-то была клетка с птицей или не с птицей. Что-то, короче... Что? Так, я не понял. А что сейчас там вот это вот на фоне делается? Кто лежит? А, стоп, это... Так, уже сложно. Г-
Господи, почему флешбеки из «Бегущего в лабиринте»? Там же тоже была похожая стена. Короче, у меня какая-то мысль в голове, что это как будто бы религиозное что-то. Вот этот вот Ной в ковче, который был якобы в начале, мне как будто бы вот подталкивает на что-то религиозное. Когда Шуга читал, тоже были как будто, ну не церковь, а что это было. Как будто бы люди к чему-то молились. Тут какая-то стена, какая-то война, разруха, все плохо. Когда читал Хасок, была какая-то пустыня и все высохшее, как будто все мертвое. Короче, сложно. Ой, сколько много мыслей. Еще раз. Короче, я скажу одно, что клип мы сегодня еще раз пересмотрим. Так, у меня, короче, есть информация минимальная, но я попытаюсь сейчас оттолкнуться от своих мыслей. Я практически уверен, что это что-то конкретно религиозное, потому что, если мы обратимся к Библии, получается, то Бог сотворил мир, землю за 7 дней. Если я правильно помню, конечно. Их семеро. Все эти вот какие-то отсылки на корабль, Ноев ковчег, отпущенная птица из клетки, потом взрыв этого самого вулкана. Это же историческое событие. Это у нас... Господи, что взорвалось? Что это было? Окей, Google. Помпея. Вот. Помпея. И... Там как раз-таки еще и были
какие-то такие постройки более военные, армейские. Ну как это вяжется с сюжетом, с Библией, непонятно. Хотя, опять же, возможно, то, что мир как бы умер. Или что? Там по тексту было про тень и про то, что надо побывать как будто бы в двух мирах. То есть, когда они открыли дверь, ну, опять же, там была девочка. Около дверей. Потом двери открылись, они такие все пришли, все герои, и ушли в новый мир. Но здесь, короче, есть строчка: нужно сойти с ума, чтобы остаться в здравом уме. Вот это у меня вообще теперь не вяжется. Ну и, короче, как сама песня, как мне написано, она о боли, которая помогает преодолевать трудности и двигаться вперед. Как это вяжется с религией, я не понимаю. Короче, я знаю, что там теории большая куча, поэтому напишите в комментариях ваши мысли. Что вы в этом увидели? Возможно, отчасти я был прав. Я знаю, что вы будете правы точно. Но это как-то надо, короче, связать все это в одну какую-то глубокую мысль. Давайте-ка мы еще раз пересмотрим. Но перед тем, как просмотрим, спасибо Мегерке за предоставленную возможность посмотреть теперь сам клип. Это прям вау. Также спасибо нашим бустерам, нашим Анбу за информацию минимальную. Ну, спасибо нашему чатику, комментаторам. Всем-всем-всем большое-большое спасибо. Я ваш сенсей. Заранее всем пока. А мы еще раз послушаем и посмотрим клип. Ну, кстати, это вот после какая-то была война. Помпея, кстати, возможно, это что-то из Помпеи, да. А эту птицу он потом отпустил, он ее оживил, как будто бы Иисус, наверное. О! Тут Хасок прям больше всех выделяется из антуража своим внешним видом.
А если он открыл ей глаза, чтобы показать ей новый мир, и двери распахнулись. И тут вот черновый венок. Это точно отсылка на Библию. Это как будто бы символ нового мира, какого-то перерождения, что ли? Голубь. Хм. Аааа.